Друзья, всем привет из солнечного Крыма. Сегодня мы находимся в Ялте. Ялта – это, можно сказать, сердце Крыма. Если до сегодняшнего момента мы путешествовали по разным городам, где была тихая, размеренная жизнь, такой, знаете, немножечко деревенский уклад, нет большого движения куда-то, люди размеренно отдыхают, ходят на море, и жизнь в самом городе такая тихая, то Ялта – это совершенно другой город. Это город движения, это город возможностей. И все начинается, друзья, с больших городов. А в Ялте проходят какие-то большие концерты, да, сюда приезжают звезды. Это более дорогой, пафосный город. Здесь очень много красивых кораблей. Вот в частности сзади вы видите прекрасный корабль с парусами. Сразу приходит картинка, да, алые паруса. Каждая девушка мечтает о том, чтобы за ней приехал принц на вот таком красивом корабле. И мы сейчас обязательно возьмем экскурсию на этот корабль. И знаете, о чем я подумала? О том, что хорошо иногда погрузиться в центр чего-то. Да? Вот Ялта – это центр Крыма, потому что именно в Ялте, находясь, к нам... Нас посещают какие-то интересные новые цели, новые мечты. Хочется иметь какой-то домик у моря, да? Хочется иметь какие-то красивые вот такие же дома. Не то, что мы видели до этого, а именно побывав изнутри, скажем так, да, увидев Крым. И опять провожу параллель с нашей индустрией, да, MLM-индустрией. Важно быть в центре событий. Не просто это слова, важно использовать эти мероприятия. Для чего, друзья? Для того, чтобы понять изнутри то, к чему вы хотите прийти. Возможно, у вас также когда-то у меня, я уже первый билет в новую жизнь купила, это был октябрь 2016 года, о чем вообще ни грамма не жалею. И кто-то спрашивает, а в чем секрет твоего успеха? Друзья, возможно, в том, что я всегда была и буду в центре событий. Потому что, когда мы попадаем в центр событий, мы видим, что нас окружает, да? У нас появляются новые планы, новые идеи, новые мечты. И самое главное, мы видим инструмент, как это реализовать. Поэтому те, кто сегодня заражается идеей бизнеса с компанией Армель. Те, возможно, у кого сегодня что-то не получалось, и он ищет новые пути, новые фразы. Друзья, секрет простой. Билет на премиум 2018. Наша семья там будет. Мы приглашаем вас для знакомства с нами, для знакомства с другими лидерами, для знакомства с руководством компании и другими интересными людьми. Поверьте, только там и только там вы сможете сделать правильный выбор в вашей жизни и начать новую страницу истории вашей жизни. И хочется пожелать, чтобы в вашей мечте был вот такой красивый, грандиозный корабль, который раскрыл свои паруса, и вы поплыли по чистому морю к своей мечте. С вами была Олеся Селезнева. Ставь лайк и подписывайся на канал, если тебе стало интересно это видео. Всем до связи, всем пока. А также теперь ты можешь подписаться на мой инстаграм, который указан ниже под этим видео. Ну а если ты хочешь получать уведомления о вновь вышедших интересных видео на моем канале, обязательно нажми на колокольчик. Если вам понравилось просмотренное видео, ставь лайк и подписывайся на канал. Также, чтобы просмотреть другие интересные видео, кликайте по ссылке на экране.